Эту насадку для зимней рыбалки я готовлю с особенной хитростью. В этом видео поделюсь с вами, расскажу, как и с чего ее изготовить, чтобы на каждой рыбалке собиралась только в вашей лунке самая крупная рыба и клевала так, что обрывала и ломала снасти. Так что будьте внимательны, ловя с такой насадкой рыбу. Делайте снасть попрочнее, чтобы выдержать и поймать, вытянуть трофейную рыбу. Действует абсолютно на всю рыбу. Почему действует абсолютно на всю рыбу? Расскажу вам в этом видео, все поведаю. Прежде всего, здесь основа обычная кукурузная мука. Смешивается все один к одному и вполне себе очень-очень хорошо работает. И ловит трофейную рыбу на зимней рыбалке без проблем. Я только прихожу, без всякой прикормки опускаю в лунку, и рыба клюет сразу на такую насадку. Но прежде чем сделать из нее насадку, ее нужно замешать правильно. Но чтобы ее замешать, нужно знать рецепт. Поэтому выкладываю вам в рецепт. Основа кукурузная мука, как я сказал. Далее порошок чили острый обжаренный. Порошок молотых семян тимьяна. И порошок молотого порошка томата. Очень хорошо в глухозимье работает, когда рыба со льда вообще уже ни у кого не клюет. Такая насадка выручает. Абсолютно на протяжении всей зимней рыбалки это самая лучшая насадка номер один. Компоненты все очень простые. Если каких-то компонентов нет, их можно сюда не добавлять. Эффект будет, конечно, от насадки чуточку хуже, но эффект все равно сохранится. Насадка все равно будет очень-очень грамотной и правильной. Эта насадка обловит любого рыбака на водоеме, даже если какого-то компонента в составе здесь не будет. Чтобы ее замешать, я использую обычную воду, буквально вот так, чайную ложку, полторы, и буквально вот так замешиваю на ваших глазах. Здесь одни специи, но по запаху пахнет как мотыль, как самый-самый аппетитный вкусный мотыль. Вот такая вот, казалось бы, магия, а нет никакой магии, просто при смешивании компонентов по данному рецепту вот эта масса начинает пахнуть мотылем, если грамотно смешать все компоненты. Это как с форелевой пастой, только здесь еще лучше. Вот такая насадка получается для зимней рыбалки. Самое то, что нужно. Рецепт мой, я его создал специально много лет назад, разработал вместе с биологами. Мы как-то сидели, разговаривали и разговорились про то, чтобы сделать такую насадку. Кто быстрее изобретет такую насадку для зимней рыбалки. И вот я сделал быстренько и с товарищами поделился. Но думаю, что и с вами тоже в интернете, думаю, надо поделиться и уже рассказать все, чтобы вы знали. Вот такая насадка, она сейчас достаточно мягкая, но она постоит и станет более эластичной, прям как пластилин, что очень хорошо для зимней рыбалки насаживать ее. Я обычно его насаживаю так, делаю прям по форме как мотыля, вот такие вот штуки. Вот так вот. Шикарно берет вся рыба без разбора. В особенности самая трофейная рыба, которую только ловил, клевала всегда на эту зимнюю насадку. Всем спасибо за ваши лайки, комментарии, что подписывайтесь на канал. Славная рыбалка. Всем всего доброго, до скорых встреч.